О том, какие направления нуждаются в особом внимании или приложении усилий, говорили и на встрече временно исполняющего обязанности главы Чувашии с активистами Народного фронта. Режим диалога народа и власти включен. Жители республики в общественную организацию обращаются часто. Бойцы Народного фронта отрабатывают каждое сообщение, отвечают на письма и звонки. Очень часто жалобы касаются первичного звена здравоохранения. У нас сегодня не хватает каждого 10-го врача. И то, что у нас на первичке не хватает узких специалистов и врачей, снижает не только качество оказания медицинской помощи, но и доступность, конечно. Предельные сроки ожидания диагностических услуг, консультаций врачей, узких специалистов, проведения высокотехнологичных исследований. Так вот эти сроки, вот то, что мы мониторируем мы уже 3 года подряд, они у нас нарушаются. И, конечно, люди недовольны, люди высказывают свое недовольство и властями, и медицинскими учреждениями. Это очень такой аспект, который нужно решать. Много претензий у активистов к автомобильным дорогам. Под прицел общественников попадают сомнительные госзакупки. Бывает, в республике ремонтируют дороги, которые на самом деле не нуждаются в ремонте. Казалось бы, дорога в нормативном состоянии. Претензий ни у экспертов, ни у нас активистов к этой дороге нет, а ее продолжают ремонтировать. Тратится на это десятки миллионов средств. Как пример, региональная дорога Алико-Вишаки, она в прошлом году, позапрошлом, в 18-м уже, отремонтировалась дополнительно. Только вышел гарантийный срок. Мы на этом объекте были в 14 году, сначала отремонтировали. Мы ее обследовали как гарантийную. Ничего серьезного не выявили. И вдруг удивляемся, что в 18-м году ее опять-таки ремонтируют. То есть полностью меняют верхний слой. ОНФ уже зарекомендовал себя как эффективный инструмент контроля, действительно общероссийского и народного. Речь идет об исполнении задач, обозначенных президентом России в ежегодном послании Федеральному собранию. В этом году президент даже в послании обозначил значимость вашей организации, реализации вот этих направлений. Известно, что вы очень много работали по направлению экология. Это у нас была большая работа по предотвращению незаконных свалок. Было выявлено более 400 свалок, которые несанкционированным образом были организованы. Но на самом деле, мне кажется, эта работа должна быть продолжена, потому что понятно, что то, что мы обнаружили в округах, их надо ликвидировать, убрать. Люди знают, что могут обратиться в Народный фронт по любым вопросам и получат реальную помощь. Олег Николаев отметил, что надо чаще встречаться, тогда и проблемы будут скорее разрешаться. Рифат Фаткулин, Павел Рядков, Республика.